Лучше один раз увидеть. Ученики 2-й Мутинской школы побывали на местном сельхозпредприятии Ситниковское, чтобы познакомиться с техникой и узнать тонкости профессии ВПК. Экскурсию по машино-тракторному цеху для 9-классников провел директор Владимир Пономарев. По его словам, за последние годы оборудование обновлено на 40%, а недавно всем работникам увеличили зарплату. Минималку у нас получать никто не будет. Даже в зимний период, когда на ремонтах, там, когда межсезонье, все равно уже 16-200 никто получать не будет. Уже начинается от 22 заработная плата. На предприятии охотно устраивают студентов аграрных колледжей на время практики. Более того, недавно в Ситниковске взяли на работу 2 водителей КАМАЗов сразу после обучения. Молодым специалистам там очень рады. Впечатлило предприятие и школьников. После экскурсии им разрешили прокатиться на Джон Дире. Мне понравилась коробка автомат, переключение гидравлических узлов, газ, то, что не нужно пользоваться сцеплением и мощностью. Я собираюсь поступать на механика, по-моему, сдавать провода и идти на сельскохозяйственно, на трактор.